За эти палочки сколько они стоили? Много. В них там нету сыра, совершенно нет сыра, то есть это пустая, так сказать, палочка. Там есть сыр, но он сбоку, там дырка. Стейк неплохой, ну вкусный, но моя мама готовит лучше стейк, поэтому стейк четверочка из пяти. А у Александра у нас эти спагетти, салатик и тоже с, вот эти сырные хрени он тоже взял. И тебе не понравилось, да? Mm-hmm. Ну, кусать-то не дам на пятерочку. А вот это полная хрень. Я не знаю, как это вот. Еще мы до десерта не добрались. Посмотрим, какой десерт будет. Вот такой вот стол у Александра. Обед. Ужин. Ужин. Компотик. Под пирожное он взял. И он к этим не притронулся вообще. И взял эту китайскую лапшу, которую я в прошлый раз вообще не доела. Это все у нас вышло 1700. Обалдеть. Дурочки. Ну а что делать? Самое вкусное, что здесь, это десерты. Вот этот молодой человек еще не пробовал, он так все доедает. Десерты, компотики у них вкусные. За это прям лайк. Подманик. Лайк. Лайк. Короче, ребят, я наконец-таки дошла до онигири, который продается в пятерочке. К сожалению, были только там с тунцом и кунжутом, но вот сейчас буду пробовать. И их там, оказывается, очень часто разбирают, поэтому я не всегда успевала их покупать. Ой, как не приду, они все просто проданы. И еще в подарочек был соевый соус, но я как-то особо не люблю. Я даже роллы как-то особо не макаю в соевый соус. Вот в такой она была упаковочке. Ну, кстати, я уже от многих слышу то, что это неплохие такие онигири. Но могу сказать сразу то, что вроде бы она чуть меньше, чем я обычно беру в суши-маркете. Вот, поэтому, да, кстати, у нас суши-маркет закрылся, и я теперь не могу нигде покупать онигири. Ну вот, хочется попробовать. Какую у нас тут гадость продают в пятерочке. Я надеюсь, что рис будет вкусный, потому что от риса как бы тоже много чего зависит. У нас было раньше две точки, где мы заказывали роллы, и получается, что одна закрылась, а вторая еще работает. И что вы понимали, мы заказали там онигири, пришли они вот такие вот маленькие, рис просто непропитанный, такой весь невкусный, сухой, короче... Вот теперь пробую другие онигири. Наверное, уже все попробовали, но вот сейчас расскажу мои впечатления и как мне понравится или нет. Так, ну я надеюсь, что это будет вкусно. Потому что онигири я люблю, я не хочу разочаровываться. Ну, пахнет вкусно. Я вообще люблю рыбу, тунец. Надеюсь, что это будет вкусненько. Рис однозначно не нравится. Я бы поставила троечку из пяти. Ну, короче, вкусно,
Ну, с рейсом опять проблемы. Может, это мне такой попался, я без понятия вообще, если честно. Короче, мне тут пришли посылки с Алиэкспресса и, конечно же, еще письма с картами. И да, чтобы вы понимали, пока меня не было дома, вот это вот натворила все моя кошка. Просто... Слава богу, что на карты еще как бы не погрызла. Уже как бы радует, да? И получается, это у меня обмен и покупка. Вроде бы. Ох, я уже все позабывала. Это вот подарочек от моей подружки. Опять-таки, она заказала мне кое-что с Алиэкспресса. На самом деле, я в курсе, что здесь. И у нее эти вещи уже есть. Я решила мне их заказать, потому что они мне понравились. Я их давно видела, на самом деле, но что-то сама не хотела заказывать, не знаю почему. Это был, можно сказать, мой подарок к Новому году. Я уже тоже ей кое-что купила. Постараюсь ей отдать на днях, потому что живем мы рядом, почти через дорогу. Так, и давайте открывать письмо. Хоть оно все и подранное, боже мой. Хоть кошмар просто. Так, это значит обмен. Вау, обалденно. У меня еще и посланец. Это, можно сказать, обмен был с моей подписчицей. Было очень приятно с тобой переписываться. На самом деле, извини, что это твою упаковочку немножечко тут помну. Как-то надо открывать все-таки, да? Ну, ты, конечно, писала о том, что упаковочка не очень, но мне она нравится. Вау. Просто вау. Вот это вот новогодний Джингл Беллс настроение, правда. Мне очень нравится, как ты все это оформила, очень красиво. Прочитала небольшое послание, очень-очень мило. Она извиняется за упаковочку, но мне очень приятно, что ты так старалась над упаковкой. Все равно даже я так не упаковываю. Мне кажется, я тебе упаковала хуже, чем ты мне. Так, и здесь у меня, получается, карточка была на обмен Хрин. Она мне прислала карточку Рюджин, потому что мне было все равно, на какую карту менять. Как раз таки я подумала, что, у меня же есть Еджи, было бы неплохо добавить туда Рюджин. Поэтому эта карточка очень красивая. Так, получается, вот такая вот. Да, у нее есть, кстати, дефектик небольшой, это отпечаток от карты. Вот он даже виден. Не знаю, видите ли вы. Да, вот он виден. Вот такая вот, короче, красавица Рюджин из альбома Crazy in Love. Господи, забыла. Короче, этот камбэк я считаю самым офигенным, самым крутым. Тут еще куча плюшек. Обалдеть. Я так мало положила, но у меня было очень мало плюшек с New Jeans. Поэтому наложила, как наложила, а... Олеся, как вроде зовут девочку, наложила мне тут, ну, просто. Stray Kids, там, ой, Mina из Twice. Короче, ой, ой, господи, какая милота. Феликс еще тут такой. Ну, короче, обменчик превосходный. Карточка очень понравилась. Спасибо ей огромное. И давайте, конечно же, распаковывать покупку. Тут уже и резать ничего не надо, за меня моя кошка все открыла, как бы, да. А тут уже как бы спойлер, да, тут уже видно, что здесь. Потому что здесь есть наклеечка. Блин, неохота мне это все рвать. Ну ладно. Так, и получается, это покупка. Я наконец-таки купила карту Чунхо, которую хотела. Купила эту карту, которую я очень хотела. Чунхо. И вот такая вот карта у меня Чунхо с таким классненьким скотчем. Я не помню, что это за у нас неальбомный мерч, но эта карта Чунхо мне безумно понравилась. Ну, кстати, вроде бы она должна идти с ID-карты, но что-то ID-карту я... А, конечно. Мы все пропустили. Куда я без этого? Здесь еще эти карты были. Ай, все, беда. Беда с головой. Вот такая еще ID-карточка была. Я не знаю, что это за мерч. Годовщине, наверное. Я не знаю. Короче, я уже забыла все. Такая вот красивая карточка в этом синеньком голубом свитерочке. Ну, просто бозе одуванчик. Посмотрите, какой красивый Чунхо. Давно я с ним что-то ничего не заказывала. И тут вот... Я эту карту давно искала, такая нашла ее и решила, все, надо брать, надо обязательно взять.
У меня всегда какой-то страсть на столе после того, как я это все распаковываю. Ну, не без этого, ребят. Давайте приступим к подарочку, который мне опять-таки подарила моя подруга. Она мне дарила, кстати, наклейки. Она мне уже дарила вот такие наклеечки, но они маленькие были. Но они мне так понравились, что я сказала, короче, закажи мне большие. Вот. И она еще мне подарила вот эту вот рамочку для ID-карты. А еще тут кое-что другое немножко, но не наклейки. Сейчас покажу, что. Мы договаривались обо всем. Конечно же. Так, и это... Короче, что это такое? Я в последнее время, опять-таки, пересидела на Pinterest. И вот эстетика cute, или как cute, soft girl, ну, короче, вы поняли, да? Бантики, еда, посуда, господи, я это обожаю в последнее время. И вот на Алиэкспрессе я давно видела вот это вот, все, что связано с едой. Извините, это прям превратилось в мою тематику. И, короче, у моей подружки уже такая фигня есть, и я такая, блин, закажи мне тоже. Вот, и она мне заказала... Вот, только сегодня я забрала у нее, потому что я была на работе, и она мне принесла как раз-таки. Ну, слушайте, прям, чтобы украсить там стеночку, какие-нибудь раскладочки, ну, вообще самый топ. Ну, просто обалденно. Я, конечно, попытаюсь оставить на них ссылочки, надеюсь, она мне их скинет хотя бы, потому что я не покупала ничего сама, это все прислала подружка. У меня подружка вот такую вот фигню любит, и еще она любит наклейки. У нее большая, огромная коллекция наклеек. И вот, понятное дело, и она собирает вот такие вот эстетичненькие наклеечки, то есть, да, чтобы там были клубнички, еда, вот такие вот прелести, понятное дело. Еще такой наборчик синенький она мне дарила. У нее были еще вот такие наклеечки, сейчас мы их распакуем тоже. Я сама видела видосы, где показывали данную коробочку, но себе я что-то не заказывала ее, да. И тут моя подруга мне это показывает. И говорит, может, тебе такую же заказать на Новый год? Я просто без понятия, что тебе дарить. Я такая, давай, заказывай, что хочешь. Мне все нравится. Если что, ребят, кто еще не понял, это такая коробочка, а внутри наклеечки. Вот такая вот коробочка, винтаж. Конечно же, кто мы еще такие? Я от винтажа в последнее время очень тащусь. Короче, здесь, вау, здесь прям очень много наклеек. А, они еще и... Точно, они все повторяются. Я же еще и забыла. Вот. О, еще некоторые перевернутые. Некоторые у меня вот с браком каким-то непонятным. Ага, с браком. Весь брак ушел. Вот такие вот тут наклеечки. Ну, слушайте, очень... Вау, красиво, красиво. Я один раз видела видео, но я в них как-то не была заинтересована. А сейчас прям вау, для раскладочек. Либо на стеночку повесить, вообще красота. Ну просто. Ну какие наклейки. Я в последнее время фанат наклеек, вы уже сами это поняли, потому что я то свайлбрисы их заказываю, то еще что-то. Ой, ну красота. Красота. Кстати, знаете что? Ну, почти одинаковые, почти. Ну короче, у меня вот такой наборчик, который она мне дарила. Но мне кажется, здесь фоточки посимпатичнее, но они маленькие, да? Вот. А тут побольше размер, и мне они как-то больше нравятся, и они такие качественные, прикольные. Ну, короче, ребят, самый топ, просто. Еще и с коробочкой красивенькой, ну, прям вообще офигенно, я считаю, прям вообще классно. Постараюсь вам оставить ссылочку и на эти наклеечки, и на эти, ну, слушайте, ну, винтаж. Винтаджи, винтаджи, да, это мы любим, это... Прям вообще. Они, кстати, даже очень сильно похожи. То есть, что вот эти, что эти. Но отличаются только пирожными. Вот в чем прикол. А, принт, ну, один и тот же. Вот один. Походу, это даже от одного продавца. Короче, я сейчас срочно буду писать подруге. Говорю, скидывай мне ссылки. Мне для моих любимых подписчиков все надо. Ну, короче... Небольшая такая распаковочка была. Сейчас вдохновлюсь, наверное, сделаю раскладочку в Телеграм. Потому что раскладочки в последнее время прям мое. Смотрите, старик Марли. Кто?
Так, ребят, я тут выложила пост с продажей и обменом. Немножечко все-таки я нашла несколько карт. Я решила сама их купить. Кто тут, а? Ну вот кто тут? Этого Чунгука я еще продаю. То есть вот это я продаю. Так, насчет Сенмина я пока его себе тоже оставлю. Этого Чунгука у меня забронировали. Пока что не знаю насчет Чана, потому что вроде как у меня собирались его купить, но пока ждем-с. В общем-то, мне осталось только обменять предзаказку Джессона, либо придется мне ее самой докупить. Но пока обмена никакого нет. Никого я не могу найти предзаказку Джессона из Джупа. Просто какой-то кошмар. Вот, поэтому сейчас буду убираться на столе. Я еще выкладывала пост ВКонтакте, поэтому, может быть, кто-нибудь откликнется, но в итоге никто не откликнулся. Ну ладно.